Всем привет, друзья, с вами 1-2 Кхаус. Мы играем в карту под названием ТБФЕ. Здесь, короче, мы, во-первых, деремся просто так на карте, а во-вторых, заработанные деньги мы тратим на крипов. А мне за крипа деньги не дали, меня убили. Отстой. Меня тоже убили. Вот, короче, заработанные деньги мы тратим на то, чтобы посылать крипов врагам, и эти крипы врагов сносят. То есть мы им на базу прийти не сможем, а вот крипы наши смогут. А чё есть задание месть? А чё за задание месть? А я не знаю, я ничего не знаю. Ну а чё ж ты ничего не знаешь-то? Я тут крипов пытаюсь убить, но... А, месть, лол. Чего, они дохнут после... А чё я получаю за крипов? Чисто только этот, что ли? Деньги? Ой, опыт? Кто получал? Ну, опыт, да. Я... Кто-нибудь стал вторым левелом уже? Нет. Я почти встал. Я сильный. Ну я просто прихожу по КД, я умираю от крипов. А на линиях крипы пошли или нет? А как туда попасть? В портал заходи. А тут хил есть кто-то? Да, на базе. Шикитарик, давай к нам вот, в тропик. Не, в тропиках голду не дают. А где? Ой. Ну вроде в обычном лесу одержимом, нет? Вадим, изи байт. Чё? Хиляйте. Да я этого хилера на хил поставил. Нифига, а как? Я его выманил с базы. Ударом, что ли, или как? Не, он просто сам пришел. Я подошел к нему, раненым. А теперь он врага хилит. Что? Как? Блин, он работает не на ту сторону. Так, на базе хиляешься, но медленно. Так, а что еще купить можно? Что еще в начале? О, зелье исцеления. Кто-нибудь деньги зарабатывает? У меня уровня нету даже. Я третий уже вот тут накрепал. Не пошли Бьорна убьем, то я вообще не могу никого убить. Ща помогу, приду. Слабый. У меня 1000 голды есть, но только непонятно, на что ее тратить. Снизу. Тут есть инком какой-нибудь? Не знаю. Как крипов посылать на вражескую базу? Это дает инком? А где-то их покупать нужно на базе. Там за дерево есть. А опыту делится? Опыт не... Боль. Пришел какой-то чел, блин, рандом, стелять у нас крипов. А где вы? Вы сверху спавнитесь? О, я нашел кого-то. Красавчик. Кручу-верчу, запутать хочу. Не, у меня крутилка вообще прикольная. Жалко о... Блин, а я сейчас буду с вами опыт делить, получается, а вы же не самые сильные товарищи. Ну ладно. Кто-нибудь что-нибудь собрал еще? Нет. Ты сказал, как ниндзя таби эти собрать? Я собрал. Вы все забрали их. Дай подойти, Сигдач. Я нашел инком. Как где? Дюнком. В особый магазин. И чё там? Там амулет жадности. О, это для меня. Что-то у меня крутилка такая слабая, я с руки намного больше бью, чем кручусь. Блин, крутилка вообще бесполезная. Так, ну-ка. Особый магазин? Это где? Чё? Где? Чё? Блин, уже 4-й левел, уже долго воскрешаешься. Особый магазин как выглядит? Бомж Василий? Нежеское здание. Где эти духи появляются, не знаю, казнь. Че? Ничего не понимаю. Где казнятся юниты, у вас нет такого? Жертвенник, да. А где? У нас только здание. А где у нас жертвенник? А, вон жертвенник, я вижу. Где? Амулет жадности, вот. А, вот он, ёпростый маленький. Так, амулет жадности, 600. А он себе сборный? Нет. Я что он дает при юзе? А, он голду дает. А, он минус урон, минус защита. Блин, я случайно 2 купил. Это истинная жадность, да? Блин, надо было сразу покупать. Так, а что тут? Айтемы какие-то супер дорогие есть.
О, когти вампира есть. Найс, буду на когти вампира копить. Ну плохо, что я теперь, блин, слабее стал. Минус 5 брони. А, тут голда, наверное, всем идет, ребят. Ну, видимо, да. Ну, сейчас я вот... Блин, с этим амулетом вообще нифига сделать не могу. Мне агилу нужно где-то брать на... Ну, всем да. Агилу нужно. Тут или голда всем идет, или она как... Или как? Что-то Женя молчит. Жень, ты тут? А, я микрофон выключил, да? Прикольно. А я думаю, что ты слишком давно молчишь. Неловко вышло. Ты что-нибудь говорил, Жень? Интересно. Ну, про Zoom говорил, что Zoom работает человеку. Давайте. Чё нам Zoom-то? А так, в целом, да, вроде как голда общая. Не знаю, непонятно. Ну, ты убиваешь, голда идет, да? А чё мы, почему мы вас так сильно пушим? А где вы юнит-то покупаете? Мы не покупаем. Видимо, когда ты убиваешь, появляется юнит. Может так? Нет, просто когда... рабы 150 хп, а работники сотка. А-а-а. Урод там не шибко большая разница. Ай, блин, я сейчас 5-го левела сдохну. Живи! Ай-яй-яй, он посох быстрее поднял, чем я меч. Жопа. А мобы не ресуются. Их находишь и все, дальше там уже... Не, ресуются просто долго. Так, ну я скоро куплю себе сильные когти. Ну блин, конечно, я как... Ой. Чё это такое? Кто у нас умер? Это дуэль. Это дуэлька. А чё один сразу же сдох? Ой-ой-ой, я случайно. Предлагаю слизня убить, Миджабулю. А чё у нас один человек сразу же в начале дуэли сдох? Unlucky. Блин, меня убили вдвоем тут. А как наши отдаются-то, я не понимаю, блин. Я один. У меня урона вообще не было. А мы тут перерождаемся на дуэли? О, перерождаемся, найс. Да, мы перерождаемся. А, нужно базу спушить нашу. Вот. А, прикольно. Ну я за раз ты бегаю. Вадим бегает. Вадим это жадный. О, нормас. Убил кого-то. Все меня завалят. Ну, в принципе, тут нет смысла, наверное, убегать как-то. Хотя я вон забайтил их, этого чувака, бегать за мной. У базы 5000 хп, пипец вообще. А вот чё, у Огра? Огр это кто? Женя, зелье исцеления, оно сколько зарядов имеет? Она бесконечная, по КД. Бесконечная вроде. А какой КД? Да хрен, ну куда 30? Секунд 30, наверное. А, то есть это прям супер сильно. Крит или что? А, нифига у тебя урона. У кого? У меня? У меня урона достаточно много, но у меня минус 25% урона из-за талисмана жадности. В этом проблема. Гостик дачно плодился. Что, мы лица ломаем или здание? Я не знаю, я себя потерял. Вы по всей видимости здание ломаете, причем жестко так. Блин, меня постоянно кто-то... Надо собраться, ребят, не идите сейчас, кто вот побежит, пока... Блин, чел Б. Надо чел змеек на этот, кто там, баунти, кидай змеек, наверное, на этот, на главку им. Потому что... Да, надо собраться, ванны... мне это особенно смешно слышать, потому что я постоянно это разваливаюсь на части. Теряй хп, но призывай юнитов. Короче, давайте не бить друг друга, просто башню пушим, то... Давайте. То это будет просто долго. У нас просто снайпер, смотрите, один раз в 30 секунд атаку. Чё мы... Да блин, а чё за молнии-то жёсткие? Успех. Да, у нас... Да. Так себе. Нас пушили уже, да? Мы выиграли. А, вот, а, когти стоп. Какие-то были. О, какие когти. Ну, сейчас с когтями, даже с талисманом, глядишь, я буду нормально нарезать. С вампиризмом. О, амулет жадности, а где взять? Я вижу амулет жадности. Жертвенники. Жертвенники же. Ну, щит, а вот сапог. Где жертвенники, не вижу.
Жертвенник вот возле панды стоит, рядом возле тебя, слева. А, вижу. Короче, смотрите, у меня этот талисман жадности минус 5 брони, когти плюс 6 брони. Ну, примерно то на то и выходит. А сколько когти стоят? 3400. Если бы я случайно не купил 2 талисмана жадности, и тут же... это реально жадность. В прямом смысле. Блин, я хочу личные деньги, личные финансы. А то что-то, блин, я всех убиваю, крипов гашу в больших количествах. Все, команде идет. Этому тинкеру, не самому сильному. Тинкер, кстати, на дуэли взрывался неприятно вообще. Да? У второго левела был просто. Я, по-моему, пятого. И свои монстры усилены. Там квесты еще на базе есть какие-то. Квесты на базе? Что за квесты? Раз. Там какая-то квест-зона, да. Там есть вот бюро заданий, и там есть квест, например, убейте рыцаря пучин, получите все по 385 золота, 495 опыта. Прикольно. Это один человек должен, интересно, убить или как? А почему у нас у всех по минус 5 амулет жадности, конкретно для снайпера минус 10 амулет жадности? Ну, это баланс. А ты видел его урон? А нет, это просто, видимо, у него сапог просто нету. Нам еще сапоги дают армор. Описание некорректное. Вот. Сапог щит у гнома еще купи. Что еще сильного взять? Вот меч какой-то есть, но он дорогой. Я как понял, лучше сразу легендарный предмет. Квест-зона. А чё квест-зона? Я зашел и ничего не происходит. Кто-то уже есть в квест-зоне, задание, что ли? Задание зачистка. Нам куда-то надо? Куда надо? Надо нажать вот в этом здании. Мы идем. Пошли. А это чё? Это синий лес, да, наверное? Да. А сетка убивает или просто опыт дает, когда кидаешь? Это надо на этого, на безобидную зверушку. А что за сетка? Это айтем продается такой? Блин, я забыл. Угу. А, так вот что это за сетка. Жестко. Фига там урона. А что ты пикнул сюда здесь? Видимо, вот это зачистка. Вот это, видимо, зачистить надо. Будем зачищать? Рыцарем пучин. Блин, со мной этот тинкер ходит. Мне кажется, он не самый сильный, только опыт отбирает реально. Какую я? Все на мне. Ладно. Не, ну у меня реально странно, крутилка. А, наносит урон от потрошителя. Что за... А, то есть она критовать, моя крутилка может. Просто я с руки сильно больше бью, чем когда кручусь. Очень странно. Получается, один легендарный айтем может быть, да, максимум? Ну, написано, да. Непонятно только, что такое легендарный айтем, если честно. У какого-то мега цвета. А опыт глобальный или как? Нет. Нет, опыт не глобальный, деньги глобальные. Ну, я, кстати, хз, я сейчас вот... А, вы задание сделали. Это за квест, да. А чё, сеткой ловишь животных, дает опыт или что? Угу. Да, да. Мог, кстати, привратника дадим у тебя там. А я вот тут вот. А он же его не убьёт. А почему союзный юнит лечит врагов? А, уже был такой. Нет, у тебя там эта фигня... Баланс. Предмет который? Ну, я вот тут, вот тут тоже есть. А, да? Понял. Я уже два раза там дал. И чё, ты получаешь что-нибудь? Ну, когда его убиваешь. Когда? М? Когда большая? А, блин, ну пойдемте просто, кто быстрее сломает, я не знаю, ну это... Давай. Да. Игнорируйте их. Самое смешное, всегда быстрее сломает, потому что у него тени. И пикляжар такой, мне пофигу. У меня герой, который за убийство получает этот, статы. За убийство кого? Героев. Руби. И чё, вы быстрее рубите, что ли?
Не, у вас больше урона. У нас снайпер, который, видимо, должен долго-долго разгоняться. Лол. А он дошел? Он разгоняется? Амулет жадности. Вот там тебя взрывают. Ой, амулет жадности постоянно забываю, блин. Провязать. Блин, ну есть айтем для ДД один только, и он стоит... А где он? Он стоит 5700. Но я сейчас айтем для ДД куплю, что ли? А, вот там в футмене было что-то. Вы видели в футмене какие-то штуки? Ну, типа юнитов можно вызвать. Да. Ну да, это же типа вызывать на онлайн главный. И это дает НКОМ или что-нибудь там? Без понятия. А, в следующий раз, когда буду на базе, изучу. О, дефет нужен, ребят. Это тебе зачист? Квест зал взял. Да, от дефоля. А чё, что за квест? Что за квест? Какой-то квест осады сделали. Блин, нам бы такое тоже. А, вот, еще мы взяли. Блин, а в нашей команде кто-нибудь может найти квест осада? Нет. Я что-то какого-то босса пытаюсь прибить. О, ага. Прикольно, прикольно. Чё там? А, неловко вышло. Ого, а чё за голем на нашу линию пошёл? Отправляйте осады быстрее. А чё за голем на нашу линию? Есть ощущение, что он надо что-то сделать быстрее. Или юнитов купить, или чё. Это не босса убили и спали нам его. Так это не босс, это квест. Ну, квест. Квест. Мы квест завязали и... Мы не знали, что это квест вам жопу делать. А у нас не спушит? Мы не знаем. Блин, а у меня нету дерева. Снайперов мне купил каких-то. А как нам квест это сделать? А у вас на базе же есть круг такой? Встань туда и там мигать на карте зайти. А, да? Да. А чё, этот уже лоу? Нифига себе, сейчас приду, да вижу. А, вон, блядь. Мы сейчас... А, слушай, у меня тоже перст. Не, уйдите, уйдите, не бейте его, не добивайте, я добью. Эх, вы в ВФЕ пошли, да, когда я отходил? Нехорошо. В ВФЕ мы пошли. Ну, в этот, в ВФЕ Project. Кто виноват, что ты отходил? Мы в другую. Батарейки. Это ВФЕ, да, вот это оно. Так, а тут что? Куда-то я пришел. Ладно. Так, убил? А мне какой-то мега меч за 5700. Я надеюсь, он что-то даст. А, что-то дали, наверное. А все, квестов что ли, нету? На полу какие-то вот корабль нежить и этот лежит. Я на лоу хп так режу. Пипец, вы посмотрите, что я тут устроил. Как активировать? А уже активировано. Вот тут. Нет, смотри, а вот обелиск какой-то, корабль, нежить. Вэлла, может, не хватает. А, уровень нужен, нам уровень. Какой нужен? Активируешь секретарик. А там просто предмет подбираешь, там написан уровень. 9-й, 10-й. Корабль нежити, возьми секретарик. А, лол, реально дали голду и денег. За что, за что? А, что вы делаете, да? Блин, где у нас косты? Я не знаю, но там есть этот... А, все, я этот... Осаду сделал, он опять голема вызвал. Не тропики, это другое, это лес. А, здесь я уже был, ну ладно. Пироманика, блин. Корабль нежить выполнили. Пойдем, давай попробуем убить. А, кого? Мы там дерево дали. А, давай, хорошо. Сейчас я тут чуть-чуть этот побью. Блин, тут что-то... Ой, блин, этот меч вообще огонь. Квест обелиск, не говорится где. Вот тут был, по-моему, нет? Нас вот там ломает голем нас. Нам бы что-то сделать. Ну зашлите за дерево. Дайте дерево. Все. Дайте дерево мне, ребят. Сколько? У меня 3. Ну все, дайте сколько есть. Как? Шакитарик? Да, тут. Ой, здесь я этого желтого героя нашел, ничего себе. Меня? Да. Где нашел ты? Ну ты сдох. О, карта шопщи. Да. А, что? Ну там, где ты был, там я тебя нашел, соответственно. Блин, меч вот этот вообще офигенный, получается. Шанс нанести урон всем вокруг огромный.
Эх. Я только я сейчас понял, почему я так медленно атакую. У меня ноль ловкости. Ноль. Помог тебе зачистить там пейджер. А где потом дерево? Вон, 10 тысяч и один этот. Вадим. Вот, легендарная панда стоит. Легендарная панда? А. О, так я тогда подкоплю лучше сразу на 10 тысяч. Ну, вот за 5к прикольный предмет, конечно, у меня вот этот. Ну и надо будет уже когда-нибудь этот талисман выложить, конечно, минус 25% урона. Я вообще не уверен, что он до сих пор выгоден. Ну, хотя, всё, правда, я, блин, покупаю архив. Деньги все делятся на команду. Обелиск выполнен. Квест. А где вы квесты берете? Я не понимаю, блин. Там покупаешь вот, свиток, смотри, становишься на круг. Покупаешь свиток, вижу. Бюро заданий, да. Вот, я выложил квест. Меджабуля это губка была? Блин. Да. А я смогу убить этот корабль? А, смогу. Ой, жесть, что-то нас тут убивает. В лес кто-нибудь наш зайдите, ребят. Куда зайти? В лес, в лес. Ну там, где ты вначале был, в телепорт лес зайди. Я вызвал корабль, просто он жесткий. Блин, сейчас и... О, все, найс, убили. Так, сейчас, я тогда... Можно еще один, что ли? Так тут этих квестов можно миллион выполнять, получается. А, да. Найс. Че? Так, еще раз. Герой теряет ману, но получает 35 брони и 95 здоровья. Кем вы герой? А че? Да, я купил слезу брони. Ребят, квесты выполняйте пожестче, нас сейчас пропушат. Ну да, надо выполнять. Надо, а не воинов покупать, надо воинов покупать каких-то. Да нету уже этого. Так. Покупать их можно, да, купили. О, драка. Но вы нас быстрее типа ломаете, я хрен его знаю. Ну, можете с нами драться, мешать нам. Блин, я, этот, мы сейчас на базе просто проигрываем. Но здесь, конечно, башни сильные. Офигеть, сколько сигдача. А как вы огров сделали, ребят? Ну, купили. За 5 дерева. А-а-а. Мы просто скинулись по дереву и... А можно скинуться? Да. Там за дерево. А когда я говорю, что можно скинуть... Ну, я тут немножечко занят, я тут как бы не только занимаюсь тебя слушанием. А что-то, блин... Полезно иногда. Чел пошел. Купите кто-нибудь огра, там, пожалуйста, что-то. Ребят. Я огром не купил, а купил там всякого. Другого. У вас вряд ли огры, у вас люди. А, вот обелиск. Скелеты какие-то, блин, они жестко дамажат, хотя всего второго уровня, блин. Зря, наверное, я сюда иду, не знаю. Что-то животных почти не осталось. Мне, в принципе... А, я что-то забыл, блин, я забываю про талисман жадности совсем. Что, я не жадный, что ли? А, господи, реально же талисман жадности есть. Да, 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 я вообще забыл про него. И животных что-то я продал него... его, не знаю. Да? А, надо тоже продать. Надо убийцу демонов надо продать. Тоже так себе непонятная тема. За что? Я статы получаю за убийство. Точно, я же статы получаю за убийство. За убийство героя? Я нет, думаю, что с него выпадет. А где он? А где ты нашел? Баунти что-то получил он. Деньги за. Но он убил Вадима, 1000 голды получил. Тысяча голды, пипец вообще. Получается, крипочка убил. Осуждаю. Ну ты шутник вообще. Так, чё, корабль нежити, давайте. С этим мы умеем сражаться, с этим. А у вас сразу скиллы не от статов? Всех от статов.
Ну, я просто Вадима пишу шот. Чего-чего? Ты? Ну, я тебя шотнул. Почти да убил. Смысл... У меня вот есть какая-то сила скверны. Кто-нибудь понимает, как ее посмотреть? У меня просто половина хп была к моменту, как я тебе пришел. О, мне за корабль мне деньги дали прям. О, легендарный айтем могу взять. Так, 250 атаки, 25% шанса вернуть, 200 магического урона, 33 брони, 12 характеристик, 550 здоровья. Я нашел здесь на карте абуз. Какой? К примеру, ты заешь скилл на себя, баф какой-то, и когда начинаешь... Да чем ты сагрил? Все скиллы откдешиваются, и можно еще раз заюзать. Я ему по 1000 стреляю. Ну идите фармитесь, зачем вы тут стоите? Мне статы получить надо. А сколько ты получаешь за... А плюс один ко всем статам. Жесть, я, конечно, рубаю. Я купил айтем на 250 атаки. Вообще хорошо пошло. Я тут крипов вообще в капусту рублю. Ну, 10 левелы, прикольно. Короче, со скелетами драться вообще невыгодно. Они 2 левела, а пробивают как бешеные какие-то. А я купил себе какую-то слезу. Легендарную? Я тоже купил. Да. И что она дает? Ну, она непонятно делает. Я не какое-то умение его особо активирует. Только что за умение? Ой, наш чел лагает. Не, ну когда ульта моя вырубается, конечно, похуже все. Долгое воскрешение высоких левелов идет. О, жар тут, ничего себе. Капец ты, блин. Где я? Где я? А че у них урон 1-1 написано, нифига. А че за молот оглушение, Пиклижар? А может босса убьем? О, босса убьем. Жар, что за молот оглушения? Ну, айтем. Ну, где он? Где мой Жар, герой? Поможешь? Он в... Блин. В красной панде. А, вижу. Кстати, нас пушка. А, можно сейчас корабль... А, не, корабль на КД. Текс. А, блин. Жесть. Успел. Зависло от тебя, ты понимаешь? Чем ты это сделал? Нашествие губок. Капец. Текс. Че, надо как-то аккуратнее тут подраться. Ну и в самую гущу ворвался, красавчик. Не подходите, я добью его. Можно я добью? Нет. А у тебя ты умрёшь, скилл без КД? Я нет, КД, я не умру. А я на него хекс. Дайте так мне он просто агриться будет. Подождите меня, чтобы я опыт получил. Спасибо. Ой. Спасибо. Что-то мы вас жестко забейте, пушим. Он сюда ушел забить. Так, а ну мне статы не дали. Ничего страшного. Зато я левел получил. А вы каких там? Кто максимального левела у вас? 17-й. 17. Так вы же можете посмотреть справа сверху. Ничего, делать ничего. Все можно спросить. Да. А у тебя 20-й. А вы, ребята, вы не хотите дерево потратить? Тут говорят, там атакуют нас. Окей, спасибо, что напомнил. А мы там живу. Я в другой команде. Ничего страшного. У нас живой океан. Я как талисман жадности выкинул, вообще настолько сильнее стал. Это да. Здесь, короче, эта сетка дает все больше опыта от количества проведенных дуэлей. То есть, как бы, она актуальна все время. Но здесь плюсиков, блин, нет, у меня крутилка бесполезная. Ну, типа, разве что доджить заклинания, которые у меня... финишащие летят. Есть штука, которая, если кто-то от магов страдает, есть штука, которая очень сильно снижает урон от заклинаний. Знаю, никто от магов не страдает. Маги хорошие, ребята.
У вас, видимо, много магов, но я что-то не знаю. А, скоро дуэль будет. Да я один маг тут в команде. Раста, раста. А вон, больше призыватель да магер. Ну он молнией меня вон там зафигарил больно. А? Блин, ну, не ладно. Хватает, а сетку не смог сделать. Что, давайте убьем их, не знаю. Давайте, мы сильнее. Ладно, я пошел. А чё так больно? О, деньги за змейки даются. Найс. А сколько дали? 25. Вообще изи мани. Я вам дом потихоньку пилю. Какой ты молодец. На тебя. Ого, хекс. За что? А что за люди всегда тебя прибежали? Вот такой вот он. Эх, меня убили. Мне кажется, все равно в этот дефать вообще бесполезно. Вы всегда чувствуете свои иллюзии. Быстро возрождаете. Очень быстрое возрождение, да. Ты типа умираешь, просто приходишь, ломаешь все. О, рифл, вот колду получаем за Меджабулю, например. А, ну это да. Я надеюсь, за победу мы тоже что-то получим. И... Ну да, косарь вроде. Так, давайте, а куда деньги спасибо. Дальше девать, непонятно. Кто не знает? Охота, обелиск. Осаду бахните. Ну все, мы типа купили, все и че. Ну да, я вот купил айтемы. Все типа. Блин, у меня КД вообще пипец. Успыла 2. Ой, точнее 3.20. Ульты. И она очень мало действует. Обелиск. Че ж купить? А какие тут вообще самые дорогие айтемы, кроме легендарных, есть? Ребята, дайте дерево. Есть дерево лишнее? Там голем какой-то. Что-нибудь есть на защиту от магии или что-то еще там на увороты какие-нибудь? Вампиризм тут есть какой-нибудь? Вампиризм в когтях. Самых базовых. Вадим, тут где-то босс был какой-то, кто меня ваншотнул, где-то какая-то паучиха. Ага. Знаю, я вот хожу, криплюсь, я не очень понимаю, ну типа, что дальше делать, что вообще делять. Когда можно через 5 минут портал... Через 5 минут портал откроется, можно идти бить лайны. Ого. А, да? Типа дота начнется? Типа дота. А есть какой-нибудь айдер на инвиз? Мы как-то виверн можем получить, ребят. Кого? Виверн как-то получить можно. Я, конечно, понял, что делает мое особое умение. Вон здесь виверны, блин, косяк. А дерево есть еще лишнее? Нет. Виверны в другом здании в каком-то или что? Да. Да-да-да. А где? У вас у вас летает уже фигня. Вам-то зачем? Это в смысле? Зачем нам юниты нужны? Нет, ну где виверны-то? Да. Ну, на каком-то кемпе у вас, я не знаю, где у вас есть. А, это типа просто в лесу где-то, что ли, или что? Нет, у вас три, ну типа у нас три точки для выхода у всех, правильно? На какой-то из точек на этой базе. А-а-а. Вызов на лайн. Понял, понял. Да, вызов на лайн. А здесь паучиха была всегда? Да. Дай тогда я зайду, там. А то вдруг здесь КД на входе или что-нибудь такое. Не, там в входе, там дальше пройти надо. Смотрите, вот здесь можно бафать армию. Бафните? Да, я уже бафал. А где бафнуть? Тоже... Она тоже просто... дерево, это грейды. Такая пассивная команда, где это где бафается? Тоже где-то на спавне или где? Да, не на спавне, да. Тоже где-то не выходы. Порта, у нас вот, к примеру, лес осенний, там... У нас ну, в лесу и в лесу, какой-то осеннем лесу. Возможно, и в тропиках что-то есть, я так не знаю. О-о-о, вот это босс. Мы сейчас проиграем, блин, на базе. Блин, ну всегда, ты же все заблокировал, дай пройти.
Давай. Отходим. Давай, я уже отдамся. Мы сейчас этот, мы сейчас просто сольем базу. Там пипец. Нам нужно, мы сейчас если мы ее убьем, паучиха за нас пойдет. Да мы нихера ее не убьем. Блин. А как этого чела зовут? Он же небось не тратит дерево. Я могу скинуть. Давай, сейчас я виверну куплю и... Ой, мы всех уже купили. Карающий отряд, раз в 90 секунд. Карающий отряд. Блин, сейчас я рожусь. Просто мне кажется, что чел, скорее всего, не тратит дерево. Могу ошибаться. Тут башня сильная. Дайте дерево кто-нибудь, скиньте все дерево, я куплю карающий отряд, значит жопа нам. Ай. Снайпер, давай. У меня только одиничка. Блин, а есть у кого-нибудь еще дерево-то? Кто у нас в команде, кроме Сигдача вообще? И Джабуля уже скинул. Кстати, мы вам это, базу сломались. Вообще, что ли? Мы можем, говорит, сделать на Альянс. Нужен корабль нежити, что ли? А где улучшается? А, вы эту базу ломаете, лол. Попробуй осенний лес, и там должен быть лаборатория. Да, так. Вас, которую они бьют вот сейчас. Выхода там, закончите. Мы сейчас разрушаем вам лабораторию. Можешь меня один раз ударить? Защищайте. Когда закончите баунты? Потом. Так, чё, квест охота. Так а чё, блин, мы можем как на ту линию попасть? На какую? Да, можем, сейчас через 5 минуту. Через минуту? А как туда попасть? Или мы сами попадем, или как? Там какой-то телепорт должен быть вроде. Подожди, я в проклятом лесу, и чё, куда мне деваться? А, у тебя, наверное, написано, что это зимний биом. Ну, биом. Типа по-разному. Зимние земли у меня есть. Да, вот. Тебе надо куда надо. Вот фиолетовый пошел защищать. В зимний лес. О, в зимнем лесу я. Подожди, а как фиолетовый туда попал? Куда он попал? Он рифл тут что-то бегает, бедный. Так и чё, куда дальше идти-то? А мы вам сломали лабораторию поздно. Так нет, главное здание еще куда? Как идти-то? А, вот на линию, где вот слева, да? Да, да. Портал сейчас откроется на базе. На базе? Да. Сейчас дуэль будет, 3 секунды. Магический решетка. Да, блин. Дуэль. Висячая. Пойду всех. Блин, меня убили. Заклинаниями, что ли, или чем? А мы механика не... Да, заклинаниями. Надо было все-таки защиту от магии, что ли, покупать. Фигеть, Меджабулю, ты это, зачем плодишься? Ты же деньги даешь всем. Да, блин, я же знаю, я отправил на это, на базу. Ну ты деньги даешь. Героя. Давай, проломаем базу, мы подефаем. Нормально у меня подхил идет, конечно. 6 я вытанковал нормальненько так. Где я нахожусь? Покажите меня! Вы идите бить базу, а я убью снайпера сейчас как рожусь. Блин, он бьет, конечно, больно. Мы проиграли. Быстрее сюда, быстрее. Пошлите вам одним базу. А где, как попасть? А, вот сюда. На базе. Ага, блин, жопа. Я там еще юнитов вызвал. Давай еще, я тебе еще деньги. Подожди. Так я уже ушел оттуда. А кто на базе? Так сейчас кто-нибудь умрет, пойдет на базу. Есть кто-нибудь на базе у нас? Я могу дерево скинуть, у меня дерево дофига. Блин, сайленс такой долгий, пипец вообще. У вас всегда что-то мощное. Покажите меня начало. Я застрял в своих крипах. Я понял, как я там застрял.
О, нормас, я кого-то убил, сдох, сейчас хоть этот вызову. Что-нибудь. Шабуля, давай. О, ну нормально, у тебя седьмой грейд на атаку откуда-то. А как грейдить, я не понимаю, блин. У нас кто-нибудь в команде понимает? У вас лаборатория была, у вас она закончилась. Лаборатория. Зимний биом. Вам ее сломали. Это вот на этой линии или где-то в лесу? Ну, вот на... сверху у вас сверху было. Сверху слева у вас было. Помнишь, где ты убил снайпера? Да. Вот, мы там сломали лабораторию, где бафать армию. Ты как-то... Прибады. А, вот, еще элитные всадники. Правитель должен быть неподалеку. Блин, в доме. Прикиньте, особое умение слеза богини дается после 22 уровня. Кому дали? И что она дает? Мне дали особый скилл. Новый. Ужасно. Вначале... Блин, больно. 1200 криты, хо-хо, жёстко. 1357. Офигеть, чё за имба. Ну блин, я затаренный, чё, под ультой. Но всё равно вы какие-то сильные, удали. Блин, у вас получается грейды, что ли, или чё? Сильнее эти мобы и всё. Ну да. Да почему-то у нас команда очень пассивная была, вообще все молчат, что-то ничего нет, я пытаюсь что-то расширить. Я умираю. Кадоя купите, кто-нибудь. Я пригласил кадоя. Вадима убить этого демона. Да демон-то чё, блин? Вадим, ща-ща. А, демон тоже идёт на дерево. Линию, хочешь все сказать? Я дерево всё отдал, я дерево. Демон дерево. Не идёт на линию. Так а смысл, я же говорю, мы линию думаю, проигрываем да. Просто. Давайте квесты выпунем. Тогда-то не проигрывали. Я выполняю. А как на баш дать? Можно на баш дать? Обратно нет, вроде. Портал. А воздух нельзя бить? Блин, воздух нельзя бить. Ну, мне кажется, я тащил насколько мог. Но что-то... Я этот корабль нежити тысячу раз просто уже убил. А я не понимаю, что он дает, если честно. Не знаю. А он не идет разве на линию? Нет, он не идет на линию. Он что-то дает. Возможно, он дерево дает, хрен его знает. Ну и что это слеза богини дает, она типа ничего не. Новая особилку дает. Мне не дает ничего. Если у тебя другой есть предмет легендарный. У меня один легендарный. А разве тоже... можно несколько я легендарных помню. Брать? Да мне кажется можно. Там написано просто было нельзя. Нельзя. Эх, игра. Можно собирать, но они же не собираются. А ты попробуй предмет этот выкинуть и подобрать, может что-то изменить. Да. Непонятно. Уже не больше всего героев убито, кстати, с большим перевесом. Ничего себе. Ну да. Ты герой. Но у нас герои сильнее. Чего а вы закончили? Да. Да. То есть, почему у нас герой сильнее? Ну вот всегда чемба. Не, да. типа иллюзий много, а толку от них. Урона-то нет от них. Дуэли зато хорошо они отвлекали. Ну, так а дуэли ничего особо не давали. У нас уже у всех максимальные затары, все. Ну карта прикольная, я бы, конечно, допилил чуть-чуть, чтобы, ну, блин, деньги... Что-то давали какое-то преимущество. Хоть книжки, блин, продавать, я не знаю. А то бегаешь с огромным количеством денег, а толку как-то нет. Ну и, блин, КД заклинание в 3,5 минуты, мне кажется, это ну совсем уже не по-божески. Учитывая, что мы 45 минут играли, это ну что-то какое-то совсем из разряда фантастики. Ладно, всем пока.